Анонс и точность выхода 361 серии сериала «Кровавые цветы». 361 серия сериала выйдет в эфир 8 октября. Ранее в сериале мы увидели, как Баран рад тому, что Дилан постепенно приходит в себя. Он сидит рядом со спящей женой и нежно гладит ее по волосам. Баран говорит девушке, что очень скучал по ней, даже больше, чем она на самом деле думала. Дилан говорит мужу, что она уверена в том, что они движутся в верном направлении, что еще совсем немного, и они смогут воссоединиться со своим ребенком. Им нужно только постараться не привлекать к себе лишнего внимания. Джеда говорит Тарыку, что теперь Миран оказался под одной крышей со своими родителями. И правда скоро станет известно. Тарык не стесняется применить грубую силу, чтобы объяснить женщине, что ей стоит молчать об этом. И тогда никто ничего не узнает. Джейду это злит. 361 серия сериала выйдет в эфир 8 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.